Попасть в список подающих надежды молодых актеров Гордону Левитту помогла комедия «500 дней лета». Это история о юноше, который впервые переживает радости и разочарования любви. Именно на волне этой популярности и успеха Гордон Левитт создал собственную продюсерскую компанию «Hit Record», которая стала заниматься производством коротких видеороликов. Идея заключалась в том, что видео придумывает не только сам актер, но и его поклонники, присылающие свои ролики и идеи. Шоу получилось, и вот теперь телеканал «Пивот» показывает уже второй сезон. Красная круглая кнопка стала символом. Я тот, кто ее нажмет. Я установил себе программу для видеомонтажа Final Cut Pro и начал снимать. Постепенно у сайта появились поклонники. Тогда мы с братом поняли, что круче видео о людях могут только быть видео, сделанные вместе с посетителями сайта. И мы стали сотрудничать. Кто-то что-то писал, кто-то другой начитывал, кто-то накладывал музыку и так далее. В коротких роликах, которые присылают фанаты, можно увидеть все, что происходит в жизни, через анимацию, в сопровождении музыки и стихов. В ответ на критику, что известный и хорошо оплачиваемый актер получает прибыль благодаря тем, кто добровольно и безвозмездно предоставляет ему свое творчество, Гордон Левитт рассказал. «Мы придумали, как сделать все законно с соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы платим тем, чьи работы используем в наших проектах. И на сегодняшний день мы выплатили более миллиона долларов». Каждое шоу состоит из разных фрагментов, в которых иногда появляется и сам Гордон Левитт, и другие звездные гости.